Спонсор канала – компания Thermal Take. Thermal Take – игра еще легче. Здравствуйте, я Арина, и с вами Технокухня. Наушники. Увы, наушники, а не гарнитуру, мы с вами рассмотрим. Увы, потому что отсутствие микрофона сразу выводит модель из разряда геймерских. Модель Edifier H850 – выходная. Изящный тонкий дизайн в сочетании с металлическими вставками творят чудеса. Но это еще не все. Кабель отстегивается. Тем самым можно закинуть 2-метровый кабель в сторонку, подсоединить короткий шнурок и использовать с плеером. Благо наушники легкие и сидят хорошо. С одной стороны надежно, не спадают, а с другой амбушюры мягкие, полностью обволакивают ухо. Хотите гулять или бегать в полноценных наушниках? Да нет проблем. Хорошо и для дома, можно усесться на любое расстояние перед телевизором, только найдите кабель нужной длины. Штекеры стандартные, 3,5-мм, проблем с совместимостью нет. Проблема только в том, что присоединяемый кабель может запросто выпадать из гнезда. Комплектный кабель имеет замочек, и просто так шнур не выдернуть. Заявленный частотный диапазон 20 Гц, 20 кГц, сопротивление 32 Ом. Уровень звукового давления 96 дБ. В обзорах вам напишут невнятное, мол, басы хорошие, средние хорошие, а уж высокие самые лучшие. Прочитаете вы и все равно не прощупаете звук. А с нами прощупаете. Тест сабвуфера. Бас действительно есть. Правда, после вкусия не такое долгое. Часть звуков обрубается. Warface то же самое. Вроде есть и лязг, и взрывы, но нет глубины до дрожи. Немного обрезанный звук, но плохим мы бы его не назвали. Можете сами сравнить звук с разными моделями. Такое только у нас. Эти наушники подкупают качественным проводом. Тонкий, не сворачивается, прочный, при этом кот его так и не смог прокусить. Кроме того, основа оголовья металл. Модель, стоя порядка 1500 рублей, должна прослужить долго. В комплекте переходничок на большой штекер, что может пригодиться с некоторой аппаратурой. За баланс, цена-качество и великолепный внешний вид мы дарим серебряную награду. А с вами была Арина. Увидимся!